Середина мая сегодня, друзья, 15 мая, Алания, место, о котором не все знают. На выезде в сторону Анталии вот такие потрясающие виды, совсем другое море вы здесь можете видеть, со скалами, с камушками. Кафешка, где романтично можно наблюдать за закатом, очень романтичное место. И дальше красивые места, там клуб Элизион, там вон человек, как он туда попал, я не знаю. На скале. Тебе туда надо. С ума сойти, как он реально туда залез, я не знаю.